这不是我准备马上要向优柳求婚了吗？为了给她个惊喜呀，我也是编造了善意的谎言。我说我想家了，想要回国看看我的父母。今天呢，这优柳过来给我收拾收拾行李。这家杂操的跟我俩说了，文龙，你回国你得早点回来呀。你要是不回来呀，我就找俄罗斯男孩了。谁让你没有劲儿的？文龙，а что? Ты должен быстро вернуться. Конечно, я бы быстро.Обязательно быстро. Если ты не вернешься, я буду с Элисон Харт. Элисон Харт? Зачем? Invite Элисон Харт. Никого. Гуэ. Знаешь что? Гуэ. Хаба, мы его держим. Цветья. Юлия 收拾完衣服以后啊，我俩就下楼了。我家楼下吧有个小湖边，当时我俩在一起的时候吧是冬天。优柳今天说呢，咱俩最后再喂一遍吧。希望这些小伙伴们祝你回国一切顺利。О, хочешь бы? А это твоя подружка? Это наша вообще. Да. Помнишь, зимой мы сюда первый раз приходили, вот и с нашими друзьями кормили, и они тебе желают. Вот, я помню уже все. Понял? Я немножко забывала.Сегодня запонятно. Тогда мы уже на марта уже приехали, да, Юля? Да, да. Там еще пор... Там еще это, снег есть и пор. Юля, не знаешь, это что это? В нашем городе это называется Пекинская коза, Юля. Пекинская коза? Пекинская коза? Завтра я сделаю тебе Екатеринбург коза.Ha ha 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 ha!